что я в жизни добрый, поэтому я им буду просто так шею чуть-чуть сворачивать и все. Ну, то есть не убивать, а немножко шею сворачивать. Это на сисечки не смотрите. Мы успели? Она жива? Не смотрите сейчас на сисечки. Джейс. Так, сейчас USB. Трлюн. Дорогие друзья, на канале Рулегиум Онлайн, с вами Росси. Не будем тормозить мана, и мы продолжаем играть Киберпанк. Второе видео. Ребятки, пропустил обучение, как бы прошел его сам, потому что вам будет неинтересно смотреть, тем более вы уже, наверное, смотрели все эти прохождения на YouTube, поэтому, думаю, так вам будет не очень весело это делать. Так, что, поехали кататься. Последняя игра в спасателей. Так, вызывает нас Тибак. Цель Сандра Дорсон. Добрый вечер, ее диспетчер. Биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Ребята, давайте жить дружно. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Ребятки, рассказывайте, как ваше вообще впечатление от Киберпанка? Понравилось вам, не понравилось? Озвучка, как вам, как вообще? Пробовали вы играть? Наверное, думаю, пробовали, если же на торрентах он есть. Номер 1237. И купили вы ли его? И вообще, что вы по этому поводу можете сказать? Я не вижу ее биомона. Хоть я как бы живая. Немножко поиграл, мне пока как бы все нравится. Спасатели. Не тормозите. Надо взломать дверь. Вот, как бы мне, сможешь, в принципе, так симпотненько. Как для меня, это симпотненько. Я не сильно его ждал, в том плане, там, ну, не надрачивал на него, типа, там, быстрее, быстрее, скорее бы он вышел, ребята. Но поиграть можно. Не высовывайся. Без тебя разберусь. Хуйня жирная. Да подожди, глянь, тут у меня куча всего надо полутать еще. Я не знаю, зачем это все подбираю, но оно явно в хозяйстве все сгодится. Что там? Я хочу глянуть. Сообщение. Свежее мясо. Твой любимый поставщик. Мы не забываем, ты покойник от Виктор Блейз. Пизда тебе. Очень хорошее информативное письмо. Еще раз ко мне придут твои шестерки, треснет, что челюстью дело не ограничится. Я с вами не бросаюсь, приходите, суки. Как будто с коллекторами разговаривает. О, пистолеты остались, видели? Ну, это нормально. На моем деревянном компьютере это нормально. Так, что тут можно собрать? Да, сейчас я гляну твое тело. Подожди, я смотрю, что тут можно подлутаться, чем именно со своим телом. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зототеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Ну, ты что, тупой, или что? Не спать. Тут еще пендехос. Пендехос, типа пиндосы. Так, сейчас посмотрим, чему меня обучали. Я, кстати, буду гуманно проходить, потому что я в жизни добрый, поэтому я им буду просто так шею чуть-чуть сворачивать и все. Ну, то есть не убивать, а немножко шею сворачивать. Ну, как бы по-православному, скажем так, буду поступать. Музыка такая вот у нас, пацаны только во дворах слушают. Внимание, новые дела на подходе. Они уже близко. Мясники ебучие, согласен. Что тут у нас вообще есть? Ага. 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 Все ясно, все понятно. Так, спрятаться от мусорщиков. Хорошо, прячемся. Хотя я бы такой, знаете, бы вышел шашкой на голову и просто бы порубал всех ебени матери. Ну. Подождем. Их тут как сироти. Давай, переждем. Давайте. Убери этого. Только тихо. Понял, принял, выполняю. Блядь, что это было? Охренеть. Вот это я, конечно, Ямакаси.
так. Ну, который поближе возьму курящего, потому что курение убивает. Так, прятать я их не буду. Так. Еще раз, значит, что у нас? Кто там у нас остался? Надо их как-то отвлечь. Не зря ж меня с телевизором обучали. Так, взлом протокола, перезагрузка оптики и замыкание. Ну, это не дроиды, поэтому замыкание нам не подходит. О, отвлечение врагов. Давайте тут вентилятор запустим. Очень странно, согласен, пойди посмотри. Хорошо, что тут музон так играет громко и можно прокрасться. Ну и отличненько. Так. Есть такое дело. Блять, я пролез через дыру, а ты зашел через двери. Кого еще увидят? Так, победить главаря мусорщиков. Ага. Ага. Ну, сам Бог велел. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Тихонечко, дружище. Отдыхай. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должно быть где-то там. Ну, это понятно. Собирал вроде все здесь. Ну да, в принципе. Компьютер мне не нужен. Так тихо мы еще никогда не работали. Ну что ж ты хотел? Серьезная фирма. Это тебе не. Да ты знаешь, Джеки, я бы тоже зашел бы всех, просто перерубил бы, да и все, но. Хоть в какой-то игре я должен немножко по стелсу поиграть, поработать даже. Я просто. Всегда криворукий, у меня это никогда не получается, но здесь бежа мясо, это я уже видел. Это я уже видел. Не знаю, ничего тут, наверное, интересного для меня нету. Так, что здесь у нас? Блять, господи боже. Опа. Блин, я хотел бутылочку подобрать. Кстати, ребята, на сисечки не смотрите. Мы успели? Она жива? Не смотрите сейчас на сисечки. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Так. Выглядит она дерьмово. Подключаюсь. Сейчас USB. Трлюн! Флешка подключилась. Знаете, как на Windows. Сандра Дорсет. NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Окей. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое... В сознании таком нормальном, она приход поймала жесткий. Вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси, да. Вынимай ее из этой херни. Окей. Илюнь. Мы отключили флешку. Блять! Она уходит! Боже мой, у нее приход. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, сэр! Вот так вот. Никому не рассказывай, это будет наш маленький секретик, что мы тебя ширнули какой-то хренью. Выноси ее отсюда! Понял, понял, принял, выношу. О, крысы побежали с корабля. Наверное, застали связываться с травмой. А, перешел, походу, судя по маркеру.
па-па-па. Господа, только не стреляйте, а лучше обоссыте. Пациентку на землю! Пять шагов назад! Быстро! Ну чё ты толкаешься-то? ТТ-133 центру. Получили пациентку НС. Посмотрите, он на меня направляет оружие. Я думаю, не проработано. Пока, ребятки. Так, что-то есть? Есть что-нибудь тут подобрать? Бутылочка. Абидас. Это как Абибас, только Абидас. Еще духи. Сейчас напшикаю с духами этого жирного напшикаю. Все, уходим отсюда. Ну пойдем. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, мадам. О, а что с ним? Усмиритель. Подождите, я сейчас полутаюсь. То, что это получается... Забери, конечно, а кто их поубивал вообще? Я их не трогал. О, ружье какое-то нашел. Гранаты всякие. Классно же, что? Ботиночки. Короче, нормально так затарался, как будто в магазин сходил. Кетчуп. А? Спаситель, Ви. Не зря сходили сюда. И кетчуп ты нашел, духи нашел. Тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. Это не все. Это не все. А в автомате я бы что-то бы взял. Ладно. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай я знать, что работа сделана. В Акака. Ну, блядь, именно в Акака, Макака. Так, как позвонить? Эф. Ви, как все прошло? Клиентка охуительно. Жива-здорова? Я бы... А что не тут охуительно? Бомба, труба, пушка, ракета. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо Окей. за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Так. Подожди, потом будешь со мной разговаривать. Что я хотел посмотреть? Так. Снаряжение, рюкзак. Где ружье? Вот это. Электромагнитное двуствольное ружье. Ага. Единиц. Урон 1 секунду поболее. 45 патронов. 5-6 единиц урона. А, 5-6 и 14, а то 14-17. Ну, такое себе. Химический урон 4-4. Время зарядки 2. Электрический урон. Ладно, пока буду ходить с пистолетом, потому что я в этом не сильно разбираюсь. Хорошо, поехали. Ты слишком много разговариваешь. Был бы ты в жизни моим партнером, как бы, да, в таком опасном деле, то лучше бы ты молчал. Ну а машина такая, конечно, у меня такая бомба. Бентли, бля, хули. Новое задание. Добро вознаграждается. Слежу задание ЗИК. Подождать, пока снимут оцепление. Окей. Боже, пошел музон. Я прям чувствую, как я чернее. Как же круто в Найт-Сити. Круто, если бы оно еще прогружалось быстрее. Город, только большой. Нет, мам, это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Скалы. Черт, жрать охота.
Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Так и знал. У нас на хвосте висит фургон. Это совсем не нравится. Так, достать оружие Alt, убрать оружие и сесть, Alt нажать дважды. Выглянув в окно в пассажирское место, вы можете стрелять из любого. Окей. Привет, пацаны. Шалом. С меня такой стрелок еще на ходу, это вы знаете вообще. Че там? Это, пули на вылет. Открывайтесь. Это было предсказуемо. Да пытаюсь. Блять, меня сейчас еще убьют. Не, ну, в принципе, я считаю, с ними кошерно разобрался. Портил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Да, кстати, нормально. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Наверное, кстати, из-за того, что маленький настройки графики, ни одной машины нет. Или так положено быть в этой миссии, не знаю. Ребятки, признавайтесь, вы подписались на канал моего товарища с L2R2? Ссылочка будет в описании, и сейчас подсказочка выскочит. Обязательно это сделайте, он проходит Киберпанк и остальные игры на PS4. Блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжай. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. Кстати, я на спидометре это ноль. А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь? А нет, 34 уже, все нормально. Когда это я был невежлив? Всегда? Я всегда очень вежлив. Новая зона, маленький Китай. Можно как-то пропустить эту поездку бестолковую? Что за херня? Тут все серьезно. Это не похоже на обычный облак. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Такое ощущение, как будто они на мамонта с копьями кидались, когда эта херня прилетела. Так, нажимайте F, чтобы мгновенно оказаться в месте назначения. Давайте F. Я слишком стар для этого дерьма. И опять чувствую, как я чернее. Ладно, увидимся. Давай, счастливенько. Передай привет вместе. Передам. Айлуэго. Айлуэго. Как-то так, ребятки. Как я понимаю, мы завершили эту главу. И поэтому мы, наверное, сейчас и завершим это видео. Ну, а с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Подписывайтесь. Ага. Канал.
Ой-ой-ой, подождите. Поехали. Да. Нахуй не надо. Но Тибак звонит. Забыла сказать, у знакомого Нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колвер. Тибак дал вам поручение, которое станет вашим первым шагом в развитии какой-то там хрени, короче. Так вот, с вами был Оси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.